Через 3 недели, в крайнем 4, в Нижней Сакмарске, это черта города Оренбурга, будут установлены 120-литровые контейнеры. И вот в указанные сроки новые баки емкостью 120 литров привезли в поселок Нижнесакмарский. И во время праздника села было заявлено, что жители смогут воспользоваться такой услугой, как сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Мы их передадим комитету территориального общественного самоуправления, а с завтрашнего дня наше предприятие спецавтохозяйства начнет развозить их по домам, значит, и будут заключены договора для того, чтобы мы научились, значит, как говорится, и отходы тоже культурно утилизировать. Именно научиться, так как культура разделения отходов на твердые, то есть пластик, стекло, консервные банки, на крупногабаритные и на биоотходы, то есть пищевые, у оренбуржцев пока нет. Но теперь появились и возможности для этого. Сегодня 400 баков будут распределены между жителями, которые заключат договоры по вывозу мусора. Будут заключаться договора с жителями и будут розданы жителям вот такие контейнеры. 2 раза в неделю будет приезжать мусоровоз, житель будет выкатывать в вечернее время контейнер и вывозить мусор, именно твердые бытовые отходы. Жители Нижнесакмарского понимают, что эта мера направлена для их собственного блага. Люди сами уже стали большинство понимать, что без этого жить нельзя. Сами понимаем, что замусориваем территории, на которой живем, по которой ходим, по которой ходят наши дети. Они на все это смотрят и делают определенные выводы. Поэтому лучшего не придумаешь. Если проект будет в полной мере поддержан жителями, то в поселке будут размещены и специальные баки для всех видов мусора. Следующим этапом здесь уже будет уточняться организация вывоза крупногабаритного мусора. Это диваны, холодильники, там, бытовая техника. Для этого будет заключаться также договора, отдельно привозиться бункера. В любом случае, проект по сбору и утилизации мусора в городе Оренбурге будет реализован. И здесь, в Нижнесакмарском, сделан первый, но уже уверенный шаг к внедрению этой системы в районах города. Михаил Белов, Владимир Семенов. Наше время.